Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара. И сегодня в выпуске. Хорошая погода – не повод мерзнуть в квартирах. В Самаре продолжают подключать к теплу дома и социальные объекты. Сделать мир чище может каждый. Волонтеры убрали мусор с берега Волги. Отговорила роща золотая. В Ширяево прошел фестиваль «Есенинская осень». В Самаре завершаются работы по подключению к системе отопления детских садов, учреждений опеки и стационарных больниц. На очереди школы, поликлиники, дома культуры, спортивные сооружения и жилые дома. Температурный режим на улице пока благоприятный, и это даст возможность городу плавно войти в отопительный сезон, так чтобы к моменту похолодания батареи потеплели везде. Самара постепенно входит в отопительный сезон. Тепло подано уже во все больницы и стационары. Детские сады подключены на 87%. Учреждения опеки, такие как детские дома и интернаты, дома престарелых на 88%. Это при том, что температура на улице сейчас значительно выше той, при которой положено начинать подачу тепла. На очереди многоквартирные дома. Готовность многоквартирных домов в городском округе Самара 100%. Обращаюсь к главам, что сегодня взять на контроль подачу заявок на подключение в первую очередь тех многоквартирных домов, где находятся встроенные поликлиники, объекты соцучреждения, и организовать подачу заявок для включения в первую очередь этих объектов. Отопление уже подано 84 из 235 школ, раньше, чем это требуется по погодным показателям. Бабье лето в Поволжье затягивается, но это не повод откладывать работы. Дома подключаются поочередно. К тому времени, как среднесуточная температура за окном опустится до плюс 8, многие здания уже будут с теплом, в первую очередь, объекты социальной направленности. Включаем сейчас все школы. Нужно подавать заявки, и школы включаем. Не дожидаясь начала отопительного сезона, предварительно, подчеркиваю, дата определена 5 октября, поэтому в зависимости от погодного фактора. Жилые дома главам районам я сегодня подписал бумагу, она сегодня получите. Такая есть договоренность с ресурсниками. Если УК подает заявку, то мы начинаем до начала официально отопительного сезона включать МКД. Сегодня же перед районными администрациями была поставлена еще одна задача – привести в порядок контейнерные площадки. Олег Зверев, Василий Колдашов, Николай Пифанов. События. Как стало известно к вечеру понедельника, теплом обеспечены 90% детских садов. К среде тепло поступит во все дошкольные учреждения Самары. Школы подключены к отоплению на 68%. Поликлиники и другие лечебные учреждения с непостоянным пребыванием людей на 58%. Учреждения опеки и попечительства на 88%. Постепенно подают тепло и в квартиры жителей. На данный момент к теплоснабжению подключили 2% многоквартирных домов. Процесс контролируют районные администрации. Сегодня, если управляющие компании подают заявку, ограничений по пуску тепла в жилые дома нет. То есть не надо ждать постановления об начале отопительного сезона. Подается заявка, отрабатывают его с ресурсниками, включаются дома. Получат тепло вовремя и жители домов на участке от Дачной до Владимирской, где идет ремонт теплотрассы. Специалисты трудятся ежедневно с 7 утра до 8 вечера. Уже собрали монтажную схему более чем на 60%. Новые коммуникации прокладывают согласно современным технологиям. Напомню, что в этом году на перекладку тепловых сетей потратят рекордную сумму – порядка 2 миллиардов рублей. Как идут работы, увидел Анатолий Головко. В этом году в Самаре перекладывают рекордное количество теплосетей, но это не повлияет на старт отопительного сезона. Один из самых сложных объектов – участок от Дачной до Владимирской. Здесь находится 12 домов. Технологии, по которым работает подрядчик, активно применяют в Москве и Санкт-Петербурге. В изоляцию труб монтированы провода, которые при намокании передают сигнал о порыве. Это значит, что специалисты гораздо быстрее смогут найти место аварии, и им не придется выкапывать всю трубу. Система позволяет работать с погрешностью в 1-2 метра. Применяем современные трубопроводы в ППУ-изоляции, которые помимо обычной изоляции пенополиуретаном еще имеют защитную полиэтиленовую оболочку, что увеличивает срок службы самого трубопровода и имеет возможность подключать и дистанционно передавать сигнал, если вдруг происходит намокание тепловой изоляции. Подрядчик от графика не отстает. Ежедневно здесь трудятся 24 человека. Тепло в дома должно поступить до 5 октября, но специалисты стараются справиться с задачей раньше. Здесь у нас 1100 метров, из них 280 новая трасса надо выносить. Но на пуск тепла это не будет влиять. Мы сейчас 60% собрана монтажная схема, врезана
74-й, два ввода, там еще один ввод, они врезают его до 28 числа. Потом у нас врезается до 1 числа еще один дом, это вот рядышком 72-й дом. Ну и, как мы говорили, 1-го, край 2-го числа будут врезаны все дома по схеме, где мы собираем трубы. Местные жители относятся к ремонтным работам с пониманием. Нормально все, понимаете, я первый раз вижу даже такие трубы, понимаете, вообще отличная работа у них, молодцы ребята. Прям честное слово говорю. По состоянию на утро понедельника тепло поступает в 100% объектов здравоохранения с круглосуточным пребыванием. Готовность многоквартирных домов к подаче тепла 100%. Анатолий Головко, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в регионе с начала наблюдений – 11 551. Такие данные в понедельник, 28 сентября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 45 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 8 931 пациента. Число летальных исходов в регионе – 188. Трое скончались за прошедшие сутки. Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в Самаре продолжают обрабатывать общественные пространства. Обеззараживают даже проезжую часть. В этом убедилась мэрия Ялча. На санитарную обработку сквера Мичурина у коммунальщиков уходит около часа. Перед тем, как начать дезинфекцию, зеленый уголок убирают пылесосами и сметают мусор. Раствор, который моет территорию, одобрен Роспотребнадзором и безопасен для людей и животных. Это место, как можно сказать, излюбленное место горожан этого микрорайона. Вот, гуляют с детьми, гуляют пожилые люди. Поэтому проводим дезинфекцию тротуаров, проводим дезинфекцию малых архитектурных фор, это скамейки, вот, детских площадок. Я отношусь к этому очень положительно. Обработка нужна не только улиц, обработка нужна также и домов. В принципе, смотреть на это приятно, еще поменьше будет вандалов, которые портят скверы наши обновленные, было вообще замечательно. Скверы дезинфицируют по очереди. Сейчас их моют уже в 10-й раз. Минимизировать распространение инфекции помогает усиление санитарной обработки улиц и общественных пространств Самары. По поручению губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. На ежедневную обработку во все районы Самары выходит по 22 единицы техники. Каждая машина в среднем по 3 раза в день заправляется 10 кубами дезинфицирующего раствора. Обрабатывается около 60 улиц. У нас обработка началась с конца марта, у нас, по-моему, 19-й круг уже проходит улицы по обработке. Но в обработке у нас 625 улиц подлежит обработке, это улицы, на которых есть остановочные павильоны, твердый асфальт и покрытие. Дезинфекция поверхности, это в скверах это ручные распылители либо львомоечные машины, смачивание поверхности до полного смачивания и высыхания, то есть они не вытираются. Через неделю во всех скверах города появятся информационные таблички. Горожан просят соблюдать социальную дистанцию, носить маски и по возможности оставаться дома. Кроме того, у городских служб отлажено взаимодействие с подразделениями армии и МЧС. При необходимости их мобильные расчеты помогают вести дезинфекцию. В частности, сегодня были задействованы силы МЧС для обработки остановочных павильонов. Мария Елчан, Николай Сидоров. События. Озеро Гатное в Куйбышевском районе Самары очистили от мусора. На берегу водоема высадился экологический десант, волонтеры, представители студенческих отрядов и сотрудники местных предприятий. Сколько отходов удалось собрать и вывести во время международной акции «Сделаем мир чище», узнал Сергей Кизоркин. Для правкома технического университета убирать мусор с побережья озера Гатное в новинку. Обычно активисты занимаются социальной поддержкой студентов родного вуза и организации культурных мероприятий. Но когда узнали о международной экологической акции «Сделаем мир чище», решили проявить себя и здесь. Мы только за помочь, убрать территорию, сделать наш мир чище и поучаствовать в такой акции. Мне кажется, это замечательно. Что-то полезное сделать для нашего региона. Пришли на помощь экологическому десанту представители местных промышленных предприятий и студенческих стройотрядов. Например, за плечами отряда «Крот-2.0» стройка в Новом Уренгое и в Самаре. В родном городе помогали возводить новый дворец спорта. Ну, опять же, показать пример, положить начало. Если хочешь изменить мир, начни с себя. Любой пикник, мешочек для мусора с собой унесли, выкинули. Каждый за собой уберет, чисто уже будет.
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это аксиома. Любителям пикников и рыбалки на берегу озера Гатное, видимо, неизвестно. В центре зоны отдыха администрации Куйбышевского района пару лет назад установила спецконтейнер. Мусор регулярно вывозится на полигон. Но отдыхающие продолжают разбрасывать вокруг стекло, пластик и бумагу. Это излюбленное место отдыха горожан. И, к сожалению, по этой же причине некоторые... асоциальные товарищи, так скажем, оставляют здесь не самые лицеприятные последствия своего отдыха. Озеро Гатное является памятником природы. Оно находится под охраной государства, безусловно. Поэтому, конечно, для того, чтобы сохранить природу и богатство этого озера, необходимо участвовать не только вот в его первоначальном виде, но и в каких-то природоохранных мероприятиях. С берега озера Гатное вывезли целый грузовик мусора. Подобные акции будут продолжаться и в дальнейшем, пока отдыхающие не привыкнут к чистоте и не начнут сами соблюдать порядок. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. С 1 октября россияне смогут получать пенсии и детские пособия только на карту платежной системы МИР. На визу и мастер-карт пособия со следующего месяца начисляться не будут, сообщают в Пенсионном фонде. Тем, кто не получил карту национальной платежной системы, необходимо ее оформить в любом банке, обратиться в МФЦ или Пенсионный фонд с заявлением о смене реквизитов. Те, кто не захотят оформлять карту, смогут получать выплаты наличными или на обычный банковский счет, к которому карта не привязана. Доллар во время торгов на московской бирже сегодня взлетел до 80 рублей. Запас золота в российских банках достиг рекордного показателя. А социальные сети предлагают привязать к порталу госуслуг. Подробнее расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Российская валюта бьет антирекорды. Курс рубля на московской бирже сегодня рухнул по отношению к доллару и евро. Американская валюта взлетела до 79 рублей. Это максимум с конца марта. Европейская – до 91 рубля 70 копеек. При этом основные российские фондовые индексы растут. Эксперты связывают обрушение рубля с обострившимся в выходные конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Также влияют на курсы валют угроза новых санкций и рост числа заболевших коронавирусом. С начала сентября доллар подорожал на 5 рублей, а евро на 3,5 рубля. За год рост составил 17 и 23 рубля соответственно. Таким образом, российская валюта за 9 месяцев обесценилась на четверть. Центробанк на 29 сентября установил следующие курсы валют. Доллар 78 рублей 67 копеек. Он прибавил сразу 1 рубль и 85 копеек. Евро 91 рубль 48 копеек. Европейская валюта подорожала на 1 рубль 82 копейки. Черное золото растет в цене на 15 часов 28 сентября за баррель нефти марки Brent дают $42.09. По словам аналитиков, ослабление рубля по-прежнему сдерживают действия Банка России. Инвесторы положительно оценивают стабильность макроэкономических показателей. И в пользу рубля играет также рекордный объем золотовалютных резервов страны. Запасы золота в российских банках достигли исторического максимума. Об этом сообщил Центробанк. К 1 сентября объемы драгоценного металла составили 121 тонну. Это почти на 11% больше прежнего рекорда. Он был зафиксирован осенью прошлого года. Российские банки стабильно наращивают запасы золота с мая. До этого, с ноября 2019 по апрель 2020, они активно снижались. В апреле Центробанк даже вводил мораторий на покупку золота для резервов из-за пандемии коронавируса. Минимума запаса достигли в марте. Тогда показатель упал до 25 тонн. Соцсети в России могут привязать к порталу госуслуг. Правительство предлагает провести с 1 октября годовой эксперимент и подключить агрегаторы, социальные сети и сервисы для поиска работы к единой системе идентификации. Таким образом, не нужно будет запоминать пароли к каждому сервису. По оценке авторов инициативы, порталом госуслуг пользуется больше 100 миллионов россиян. Это один из самых популярных государственных сайтов в мире и уступает только порталу Великобритании. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе.
Самарский муниципальный концертный духовой оркестр вернулся со Всероссийского фестиваля «Фанфары Победы», который приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 4 дней в Перми выступали коллективы со всей страны. Самарские музыканты достойно представили город. Их выступление на главной площади в Перми длилось около часа. Исполнили классические произведения разных жанров – от пустячка Лероя Андерсона до торжественного марша Петра Чайковского, который был представлен в необычной интерпретации. Игра музыкантов сопровождалась битбоксом в исполнении Тараса Танина, который при помощи голоса аккомпанировал оркестру. Это, по словам художественного руководителя оркестра Марка Когана, пришлось по душе публике. В рамках самого классического марша Чайковского прошло вот это замечательное явление, когда человек горлом показывает всю ударную и ритм группы оркестра и солирующие инструменты. Это произвело огромное впечатление. Не могу не сказать о теплой публике пермской, которая под холодным дождем стояла, нас слушала. В Самарской области в селе Ширяево прошел ежегодный фестиваль «Есенинская осень». Он посвящен 125-летию со дня рождения великого поэта Сергея Есенина. Организаторы подготовили масштабную программу. Подробности в сюжете Елены Малютиной. Здравствуйте, гости, приветствуем вас! Ваше прибытие радует нас каждый раз из Самарского края. Вы спешите в наш дом, не гадая. В одном из самых живописных уголков Самарской области, в селе Ширяево, гостей фестиваля встречают с песнями, танцами и караваем. Есенинская осень 44-й раз проходит на родине любимого друга и единомышленника Сергея Есенина, поэта Александра Ширяевца. Здесь подготовили обширную музыкальную и развлекательную программу. Традиционно звучат и стихи Сергея Есенина. Ты по-собачьи дьявольски красив, с такой милой, доверчивой приятцей. И никого ни капли не спросив, как пьяный друг, ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но та, что всех без молнии и грустней, случайно вдруг сюда не заходила. Народный артист Республики Башкортостан, актер театра «Самарская площадь» Геннадий Муштаков исполнил фрагмент моноспектакля «Алмазный мой венец». И замотав вокруг горла кашне, и нахлобучив на голову кепку, которые имели на нем какой-то иностранный вид, оскорбленный мулат покинул редакцию. Организаторы для гостей фестиваля подготовили мастер-классы. Дети и взрослые делают оттиски на бумаге. Это древнейшая техника гравирования по дереву. На доску наносится краска, потом накладывается бумага. И вот так разглаживается, и получается оттиск. Ну, в зеркальном изображении, разумеется. Гости фестиваля изготавливают мужской оберег «Солнечный конь» и куклы-куватки. Их считают хранительницами очага. Сотрудники Самарского художественного музея, которые проводят мастер-классы, заранее заготовили весь необходимый материал. На одну такую поделку уходит от 5 до 10 минут. Ее можно забрать с собой на память. Взять две обычные тряпочки, просто свернуть их и сделать туловище. Ну, как примерно здесь заготовка только, да? Все это достаточно крепко должно закрепляться ниточкой, веревочкой. Самарским модницам тоже было на что посмотреть. Дизайнер Юлия Куган представила коллекцию в русском стиле. Мы сегодня показываем русскую уникальную коллекцию, которая состоит из модного тренда. Это молодежные толстовки вот с таким вот красивым шитьем. Вологодским. И, конечно, наш любимый павлопосадский платок. Звучат на фестивале давно полюбившиеся песни «Травушка-муравушка», «Не слышно шума городского», «Ах, Самара-городок», «Калинка-малинка», «Отговорила роща золотая» в исполнении солистки оперного театра Надежды Сорокиной под аккомпанемент лауреата всероссийских и международных конкурсов, обладателя губернских грантов в области культуры и искусства, ансамбля народных инструментов Самарской государственной филармонии «Волга Фонд Бенд» под управлением Дмитрия Буцикова. С каждым годом фестиваль «Есенинская осень» становится более масштабным. Мне кажется, что это место, оно всегда обладало невероятным притяжением, притягательностью. И зря именно здесь остановился Илья Ефимович Репин 150 лет назад. Я думаю, что ежегодно
эта земля так и будет приглашать, притягивать к себе талантливых людей. На фестивале представили свои картины именитые художники. Например, Наташа Тур показала цикл пленэрных работ из путешествия по Волге. Также в гостях в Ширяево побывал живописец Михаил Шаньков, который приехал в Самарскую область из Москвы. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Ежегодный этноисторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения» прошел в обновленном формате. Из-за запретов и требований в связи с пандемией в этом году проведение реконструкции битвы между Тимуром и Тохтамышем переносили несколько раз. И благодаря поддержке фонда президентских грантов было решено открыть формат онлайн-трансляции праздника. На фестивале побывала и съемочная группа телеканала ГИС. Детали в следующем материале. Лето, 1391 год. До основания Самарского града еще два столетия. По одной из версий историков, здесь, в окрестностях села Старый Буян, развернулось одно из крупнейших средневековых битв на территории России. Две армии сошлись на берегу реки Кондурча. Одна золотоордынская под началом Тохтамыша, другая самаркандская Тимура или Тамерлана. Хан Тохтамыш настолько раздразнил эмира Тимура, что эмир Тимур пришел сюда с войском. По одной версии 200 тысяч, по другой версии 300 тысяч. Вот. У Тохтамыша было столько же. Он разгромил благодаря эмиру Тимуру. Вот, Русь избавилась от золотоордынского ига. Ежегодно этноисторический фестиваль привлекает туристов в Самарскую область. Только в прошлом году увидеть реконструкцию битвы приехало более 10 тысяч человек, в том числе из стран СНГ. В этом году из-за пандемии коронавируса пришлось отказаться от массовости. Схватка двух гигантов прошла в форме спектакля, который представили студенты и выпускники Самарского института культуры. Про свою роль могу сказать, что такой очень воинственный, горячий мужчина, который пытается захватить весь мир, но получается некоторые поражения. Все равно одна из самых таких великих битв, которая очень сильно поменяла историю. Благодаря поддержке фонда президентских грантов в этом году провели трансляцию праздника для тех, кто не смог приехать. От офлайн-формата тоже отказываться не стали, но ограничили число зрителей. Конечно же, фестиваль – это в первую очередь эмоции, это радость, это семейный праздник, на котором могут люди поделиться своими впечатлениями, эмоциями, знаниями. И, конечно, это костюмы, средневековое оружие. То есть это именно вот такое огромное развлечение для всех возрастов и всех национальностей. В программе концерты, игры, дискуссии, народные забавы, мастер-классы. Вот перед нами кобылка, так называемая, инструмент, при помощи которого мы крепим дерево. Это струг вместо рубанка. На фестиваль по традиции приехали с семьями. Любим ездить, смотреть необычно, что-то интересное. Ну и приехали из Самары. Ай, ну да, посмотреть, как все происходило, как это все было тогда. На самом деле, дочка у нас увлекается вот этой темой рыцарской. И решили, что, наверное, будет интересно в познавательных целях посмотреть. Вот, приехали, посмотрели. Интересно, нравится. По видеоматериалам спектакля к середине октября организаторы обещают выпустить фильм с эффектом присутствия. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Возможность побывать в разных уголках Италии, не покидая Самары, появилась у жителей города. В доме журналиста проходит выставка живописца Елены Островской «Про Италию с любовью». Даже когда Елена просто говорит об этой солнечной стране, все равно получается картина маслом. Любовь к Италии проснулась в художнике 10 лет назад, когда она побывала в этой стране впервые. На полотнах разные уголки страны. Немного севера, Венеция, остров Бурана, но большая часть экспозиции посвящена югу. Жемчужные пляжи Калабрии с белым песком. Санта-Северино – один из старейших городов Италии, который признан самым красивым маленьким городом. Меня ласкает звук и итальянская речь, и виды Италии. Мне близка их культура, которую я изучаю, и изучаю язык. Ну, так вот откликнуло что-то у меня. Часть картин художницы посвящены Тропее. Ее называют луковой столицей Италии. Там растет много красного лука и даже производят специальное луковое мороженое – Чиполо де Тропее. Всего на выставке представлено 25 работ. Большинство из них живописные, но есть и пастельная графика.
На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала «Самара ГИС» и в соцсетях. Всего вам доброго и до встречи!